Тань. Да. Говорят, что ты только с Якиторией пришла. Я там работаю на полставки. У кого вкуснее заяц? А ну покажи. Покажи вкус полностью. Ну отвечаю, ну не света, конечно, издание, да? Ну здоровый. Здоровый, как ты, Сань? Да. Нет, а знаете, что самое интересное? Что? Сейчас Витя выключит сторис. Говори, что? Тебе это не понравится. Такая у меня жена, певица. Друзья, смотрите свою обзорку. Это после салата Цезаря, она еще стоит небольшой книгой у себя, чтобы хорошо себя чувствовать. Ир, скажи, пожалуйста, кто тебя просит уйти с проекта? Психолог Илья. Саграни который? Он? Я... Говорю о том, что за периметром я увидел большие перспективы. Но стоит оставаться в периметре, да? Оставаться в периметре. Ну, друзья, хочу сказать большое спасибо вот этому вот большому-большому человеку. Если бы не он, мы бы сидели дома и ничего не делали. Ну, в принципе, как обычно. Спасибо. Ну, ты просто тарелки, смотри, Ром. Брат, ты же кушаешь только в самых дорогих ресторанах. Брат. В самых лучших местах. Только мраморная говядина, только трюфели. А все почему? Потому что я съездился, а ты не сына и дядя. Друзья, я сына Зевса, пища богов. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас тренер чемпионов, лучший директор в мировом шоу-бизнесе. И по совместительству мой друг и брат Саня, спасибо тебе. Крутой вечер. Все, только наверх, дальше больше, друзья. Следим, подписываем. Друзья, я долго искал место, в котором можно круто провести время на выходные или в будни. И я его нашел в Мос Лаунж. Теперь вы можете часто меня здесь видеть. Нереально крутая кухня, бомбовый персонал и, главное, шикарный вид. Спасибо за теплый прием. Я проснулся помятым, но тебя уже не было рядом. Я ненавижу, когда... Друзья мои, расскажите, любите ли вы в пятницу отдыхать? Нажимайте «да» или «нет». Виктор Литвинов. В таком красивом месте. Как настроение твое, Витя? Мое замечательно. Пуэрчик покрепче, кальянчик покрепче, жизнь покрепче. Человек-легенда, Роман Гриценко. Лучший директор здесь, Москва-Сити, Мост Лаунж. Сегодня здесь самые лучше прекрасные нет, люди лучше страны. Сын Зевса, Роман Гриценко, сегодня прибыл в центр Москвы, в красивое место, в компании красивых людей. Красивая Мусульбес, как всегда, в тонусе, на стиле, в красивом месте. Я сдула губы, поэтому я полный стрём. Она очень красивая и вас обманывает.